То есть вот у нас Иринка готовит, Дэндик вот смотрит на камеру, а так, в принципе, он вокруг колбасы тут. Вот, пожалуйста. Ну, бери. Так вот прям, так скромно. Так скромненько, так вот он колбаску берет. Такой мальчик. Ну, он... жуй, что ли? Ну, ты ешь, ты че, я... Вот тебе еще вот колбаску, пожалуйста. Вот. То есть, как, вот эта вот колбаса, она, в принципе, она покупалась... Чисто на салат. На салат. Вот тут вот, 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 вот ее чуть-чуть разделили. Он уже лез ее смотреть, пока она была в упаковке, нюхал тут. Вот. Вот как вот. Да. Сегодня Дэник уже съел с утра бутерброды. Да. С маслом и с колбасой. Потом он ел сардельки. Да. Две штучки. Ел он говядину отварную. Да. Может быть, хватит? Скажи, ну я же сегодня сходил в туалет, значит, у меня место освободилось. Так, а что она вот эта штука? Она что-то лежит. Блин, ее ж надо мне дать. Да хрен-то там, это лежит. На запасы. Все, что лежит, оно мое. А то, что дают, это другое. Какая вкусная колбаса. Вот кто подумает, что ты вообще тебя не кормит. О, первый раз за неделю покормили. Mm-hmm. Ой, зубки у нее прям беленькие. Аж слюни летят. Ой, как вкусно. Ой, какая вкусная колбаска у Дэндика. Ну, на, говори, пап, на салат остается все меньше и меньше. Дэнь, на салат не остается почти. Ты вот ешь-то очень как бы активно. Ой, какая же вкусная колбаса у Дэндика. Ой, вот это какая колбаска. Вот это да. Первый раз такой Дэник вкусную ест. Да, Дэнь? Ой. Сейчас пойдешь. Да, реально колбасы меньше. Сейчас мне Ирина пошлет меня еще за колбасой в магазин. Ты, может, наедайся чуть-чуть, хоть как-то у тебя там. Тебе глисты, а? Что ли? Не пойму. Был бы глисты, был бы я худенький. А так я бочоночек. Ой, вот это да. Вкусно как. Вкусный день. Я тебе мерим, да, сижу колбасу. Вон. Тын-тын-тын. Вот твои вот эти доли пошли. Пиу. Ну ладно, раз вы даете. Уже лезет. Уже так, уже все, уже не лезет. Уже все. Да, колбаса уже все. Предел наступает. Но надо есть даже лежа. Это все? Дэнь, все, кончилось? Все, наелся? Ты наелся, маленький мой мальчик, ну, хороший. Ну, не надо. Ну, я думал, там, если ты наелся, я уберу эту колбасу. Я не буду тебя отнимать, просто хотел проверить. Ты... Будешь есть-то? Хам-хам-хам. Жадный-то. Ну, тебе не пожадничать. Ну, ты же ее не ешь. Брали. То есть, есть я ее не буду, но забрать у меня ее нельзя. Да, Дэнь? Ты такой хороший. Ты такой бойбонький обжорочка. Ты такой хороший. Ну, такой наш малыш. Ладно, все. Так, валяйте. Ну ладно, все, наелся. Ну ладно, хоть папе не идти в магазин. Чуть-чуть осталось там колбасы. Спасибо, Дэнь, что ты оставил нам колбасу на салат. Молодец. В следующий раз берите больше. Да. Привет передавай всем. Привет. Привет. Ставьте Дэндику плюсики, лайки. А мы им потом передадим, что вы ему поставили. Мы каждый раз говорим, Дэндик, смотри, сколько людей тебе плюсики ставят, потому что ты, наверное, им нравишься. Да, Дэнь? Тебе надо водичку пойти запить еще. Да, она теперь сейчас пойдет, будет сбивать, будет весь мокрый. По бороде все будет течь и по полу, соответственно. И так мокрый, я помылся. Ну да, сейчас мы его помыли, он у нас еще не высох до конца. Поэтому такая шерсть такая у него такая сваленная, мокрая. Все. Так, ну ладно, все, до свидания.
Все.